необычная суета перекрывает движение. Сегодня на Крите в Ретино проводятся бесплатные тесты по коронавирусу. Вот такая очередь. Полиция регулирует движение. Вот такая очередь для желающих пройти проверку на коронавирус в Ретино. Что, друзья, приехал в Ретино, захотел сделать бесплатно тест от коронавируса, может, только на машине. Пока не пустили, сказали, уезжай. Очередь стоит. Попробую сделать второй заезд. Сделал вторую попытку заехать, чтобы пройти тест на коронавирус, не пустили. Спросил, когда можно, сказали, может, через час, может быть, через два. Крит Ретино, третий заезд. Попробую сделать тест на коронавирус. Видите, какой Ретино ответственный. Очередь. Посмотрим, пропустят или нет. В Англии платили по 500 фунтов для того, чтобы люди прошли. А здесь, видите, бесплатная очередь. Это с самого утра. Это у меня уже третья попытка. На Ньюс новости Ретино. Мужчина положил камеру. Вытерли дезинфекция руки. И сегодня это увидим отснятый материал в новостях. Очередь движется очень быстро. За 20 минут проехал половину очереди. Полиция леваков не пропускает. Оказывается, можно проходить и на мотоциклах, только надо вставать в очередь. Мы находимся в порту, в новом порту города Ретино. Проходит бесплатная проверка, тест на коронавирус. Сейчас эта акция идет по всему Криту, каждый день в каком-то городе. Интересно будет посмотреть на результаты. Пока стою в очереди, снимал, подошла женщина полицейский, попросила показать все снимки и сказала, чтобы полицию без разрешения не снимал. В Ретино красивые виды, порт, на дальнем плане горы, сегодня небольшая дымка, чайки летают. Осталось совсем немного, очередь движется очень быстро. Я думаю, сегодня все желающие в Ретино, правда, нужен транспорт, на машине или на мотоцикле могут пройти тест на коронавирус в новом порту Ретино или в Марине, так называемый. Работают 4 или 5 палаток с персоналом. Сейчас скоро уже подъеду. Вот так это выглядит. Вау, еду. Сейчас девушки меня обслужат. Ясас. Христо. Все сделали, но немножко больно. Далеко засовывает палку. Ну что, братцы, тест сдал. Будем ждать результатов. Очередь прошла быстро, где-то около 40 минут. Ну, достаточно неприятно поковырялись в носу. Глубоко достаточно. Хочется сделать селфи с подружкой на парковке.